Всем привет и добро пожаловать на канал Story Games. С вами Юрий. И на очереди у нас Valiant Hearts The Great War. Офигенное у меня произношение вообще. Следующая серия. В прошлый раз мы остановились на том, что наша собака попала в колючую проволоку и не может оттуда выбраться. Это был очень напряженный момент. И в прошлый раз... Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншей и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности Нёв-Шапеля. Именно там находился в плену Эмиль. Так, не, все нормально. Короче, в прошлый раз мне прилетели авторские права на музыку из этой игры. Внезапно как-то я офигел от этого. Соответственно, я буду стараться больше говорить во время того, как будет музыка. Так, и сейчас нам вроде показывают, что было за несколько моментов до того, как наша собака попала в колючую проволоку. Погнали, посмотрим. Так. Тут стреляют за укрытие, Разбивай его нахер. Беги быстрее, Что у меня там? Новый дневник появился. Там проволока. На. Я забыл, на какую кнопку ее... резать. Блин. Надо все вспоминать теперь. Ну ладно, сейчас вспомним. Так, по-моему, на квадрат, если я не ошибаюсь. Нет, на кре... А, во. Ага, не успел. Классно. Хорошо, на квадрат. Как, надо нажимать несколько раз? Я не помню. Ага, вот так вот, вот так вот. За укрытие, все отлично. Погнали, ребята! Так, хорошо. Так, надо взорвать. Взорвем. Здесь опять что-то подсоединять надо. Ну, возьми. Возьми. Ага. Ну, что ты не нажимаешь-то? Так, ладно, у нас тут новые дневники появились. Или это факты? Это факты. Предметы. Распятие, предмет с конкурса. Это мы нашли в прошлый раз. Факты. А дневники где? Ну и ладно. Так, что-то нам надо взорвать. Полезли. Что-то мне там... 2-3-2. Окей. 2-3-2. Хорошо, я тебя понял. 2-3-2. Слазь. Что это такое? Крутани. 2. Нет, вот тебе сюда надо. Ну, давай. 2-3-2 тебе надо. Ну, что ты от меня хочешь-то? Может, мне к нему залезть надо? Чего он от меня хочет? Так. Прыгай. Так, уберись ты. 2-3-2, да, я понял. Ага. Хер. Два, три, два. Что тебе от меня надо? Ну. Может тебе... А, наверное, ему динамит кинуть надо. Залезай. Как он кидается-то? Так вот. Кидай. Отлично. Шикарно. Он мне показывает, сколько динамита надо. Все, я понял, короче. Так. Сюда. Два. Мы два взяли. Хорошо.
Так. Хорошо. Так, и сюда тоже два. Надо взять два. Так. Ща я тебе кину две палки. Раз. Красава. У-ху! Взорвем нахер! Погнали. Взрывай. Бум. Шикардос. О, проходик. Это замечательно. Ахтунг. Что там? Да, да, слезь. Бутылку возьми. О, мы нашли ножик. Внезапно я хотел взять бутылку, а взял ножик. Хорошо. О, вверх. Пошли. О, что там? А, во-во, песик, песик, песик. Да нет, 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 надо спасать, надо спасать. Возьми колесо. Все. Достижение получено, начало новой дружбы. Сос? Помочь? Да, помочь. Да, у тебя есть эти, у тебя же есть ножницы. Все, хороший мальчик, спасли мы тебя, не переживай, все хорошо. Так, надо цепь сломать. А, на ногах, да. Все. Большое спасибо, мой друг, он сказал. И я ищу Карла. А, он в этом штабе. Давайте вдвоем найдем Карла. Среди бесконечной череды атак и контратак Фредди и Эмиль искали выпри неуловимого барона и его полк. Ну да. Неуловимого прям. Что такое? 22 апреля 1915 года. Ой, слезоточивый газ. Использовали в бою газ. Или удушающий. Так. Так, надо, можно как-то с собакой управлять, я помню, да. Нет, не надо мне туда идти. Я немножко сдохну. Так, песик. А переключаться между вами можно как-нибудь? Что мне надо взять? Мне надо что-то взять. Иди сюда. Так, песик может проползти под этим газом, по-моему. Ага, нет, но я не могу просто так пройти. Это я уже понял. Хорошо. Дальше что мы можем сделать? Так, ну, понятно, 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 понятно. Пропускаем. Что нужно сделать? Чувак, у тебя есть что-нибудь? Ну, правильно. Кашляем, кашляем. Факты, еще новые факты добавились. Окей. Чё делать-то? Пёсик. Так, ну я знаю, что ты можешь... Ага, иди. Давай, 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 давай. Хопа! Красавчик, просто хороший мальчик. Классный. Всё прям сделал по красоте. Открыт новый дневник. Подсказок нет, а мне дневники. Во. Так, у нас у Фредди, по-моему, его зовут, да? 10 марта 15 года. Направляюсь в Бельгию. Именно там сейчас стоит этот треклятый полк. Но, по крайней мере, мне предстоит проделать весь этот путь не в одиночку. Я встретил забавного пожилого фермера из Франции по имени Эмиль. Он неразговорчив, но если я правильно понял, то его зять немец. Это просто какое-то безумие. И дня не проходит, чтобы ты не являлась мне в грезах. Жена... Видимо.
10 марта 15 года. Это дневник Карла. Мне удалось отыскать Эмиля всего за несколько мгновений до того, как раздался вой снарядов. Надеюсь, он пережил все эти взрывы. Письмо, которое он мне показал, наполнило мое сердце радостью. С Марией все в порядке, а Виктор потихоньку подрастает, и это самое главное. Самое главное, да. Хорошо, что все хорошо пока. Надо этот ящик сбросить или что? Как-то. Ну ж, зачем мне эти цепи? Надо сбросить ящик, я так понимаю. Ладно, пойдем пока туда. Видимо, это нам пока не особо нужно. Ну, ты, правильно, давай. Как? Как ложкой-то работать? Я не понимаю. Ну, это хорошо. Ну да, 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 ложка-то ты зачем приготовил ложку-то? Хороший мальчик, да. Ага, все, сюда уже. Значит, надо что-то делать с этой фигней. Ну-ка. А что с этой фигней-то делать? Что-то я не... Ага. Что делать с этой фигней? У меня ничего... Собаке ничего не доступно. И у меня никакого предмета нету. Ну, песик, что ты здесь хочешь? Ага. Вот как надо работать. Хорошо. Мы выкопали туннель. Теперь нам что-то с этим туннелем надо сделать. А, во, все, хорошо. Так, это вниз, это наверх. И там какой-то жетон. Так, ящик, что? Вот стоит ящик. Так. Так. Хорошо. Хорошо. Подняли мы ящик. Туда как пройти? Левый джойстик вверх. Что ты хочешь от меня? Ну. Левый джойстик вверх, я же нажал. А, я понял. Ну. Ага, шикарно. Взяли мы жетончик какой-то. Песик. Ну, песик, иди сюда. Ну, мне надо как-то рычаг повернуть и забраться на ящик, чтобы наружу вылезти. Правильно? Или неправильно? Эй! Пес, иди сюда. А, он же не выберется никак, правильно? Хорошо. Значит... Нет, как-то не так. Ага, там заблокировано ящиком. А-а-а, как это... Что-то тяжеловато идет у меня. Так вот же нора для пса, вроде как, я понимаю, да? А, все, отлично. Так, вниз. Так. Иди сюда. Отлично, что у нас там? Опа. Опа. Так. Давление в норме. Значит, я так понимаю, нужно поднять давление. Что этот рычаг делает? Он поднимает. Отлично, хорошо. Это что делает? Это что-то меняет вообще, нет? Вроде нет. Это что-то меняет? Тоже нифига не меняет. Хорошо, давайте толкнем... Ой, а там что-то лежит. Давайте толкнем этот ящик. Ты его можешь толкать? Да не надо на него забираться, надо его толкнуть.
Ага. Ага. Вот так. А дальше что? А, во. Можешь его толкать, хорошо. Сюда ставь. Поднимай. А, надо второе еще как-то сделать. А где второй ящик? А-а-а. Так, 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 так. Нельзя тупить. Где второй ящик? Ну, заберись ты на него. Заберись. Забери. Ты тупой? Заберись на ящик-то, господи. Заберись на ящик, пожалуйста. Пожалуйста, заберись на ящик. Заберись, пожалуйста. Да ладно. Так. Или я что-то неправильно делаю, или я вообще не понимаю, что тут надо сделать. Так, мы подняли ящик. Как мне выбраться отсюда теперь? Ну-ка. А! Блин. Я догнал, короче. Давай вот сюда, под дырку. Теперь, песик, опускай этот ящик. Еще раз опускай. Ага, и теперь повезли обратно. Хорошо, замечательно. Нет, не сюда, куда ты его повез-то? Все, стой. Дальше. Поднимаем. Ага. Теперь надо повысить давление как-то. Крутим. Ага. Вот. Так. Отлично. Так, и теперь осталось здесь это сделать. Вот так вот. Все, те кобзда. У-ху! Мы молодцы, ребят. Все. Газа больше нет. А вот и лесенка. А что там за ящик сверху? Подожди. Я хочу ящик посмотреть сверху. Или его там до него вообще никак, по-моему, не добраться, да, судя по всему. Отлично. Вперед! За Карлом. Бежим, бежим. Опа! Дирижабль! Ага! Понятно. Атомные бомбы сбрасывают. Бум! Бежим, 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 ребят! Ты куда побежал-то? А, все, я понял. Собачка, беги, 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 беги. Ну что ты лаешь? Что ты лаешь? Что ты лаешь? Что это такое? А, нашла, короче, что-то. Так, это что? А это что? Ага, это поднимает наверх. Хорошо. А это опускает вниз. Хорошо. Песик. Мне надо, значит, зацепиться за эту веревку. Хорошо. Опускай. Зацепись. Ну, зацепись. Как тебе зацепиться-то? Зацепись. Ну, надо мне зацепиться за эту веревку. Не просто ее наверх поднять, а зацепиться как-то. Как мне... Или песика привязать. Хороший, хороший мальчик. Давай. Как-то я даже... Ну что делать-то? А, во, ведро. Фредди, Фредди, что там с тобой?
Минное поле или что? Да хороший, хороший. Давай, 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 разбиваем. Берем ведро. Все, я понял. Привязываем, короче, к веревке. Отлично. И собаку сажаем сюда. И поднимаем. Отлично. Фредди, Фредди, Фредди. Все нормально пока там? Сос, Сос, ему помощь нужна. Собака, беги за косточкой. Бери косточку. Вставляй. Да Сос, 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 сбрасывай мне лестницу. Отлично, я побегу к тебе. Да я вижу, я слышу, что ты орешь. Дай мне косточку. Вставляй ее сюда. Отлично. Все, Фредди, ты спасен. Пожалуйста. Он сказал спасибо, мой друг, если что. Не беспокойся, все хорошо, он сказал. Шикарно. Давай, 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 давай. Так, часики подбираем. Собака, ты где? О, пиздец. Ну как-то, а почему Фредди не умер? Так, бегом тогда надо, значит, бежать. Вообще бегом. Вообще бегом. Быстрее, 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 копай, быстрее, быстрее, копай. Все, мы выбрали. Собачка, давай быстрее. Хорошо, хорошо, хорошо. Эй, кто это, кто это, кто это, кто это? Еее! Красава. Анна родилась в Бельгии. Это Анна. В Париж она приехала учиться. Ей почти удалось отыскать пропавшего отца. Судьба была благосклонна. Все они двигались в одну сторону. Но это же замечательно. Вими, их заметил германский отряд. А вот это уже плохо. Да. Так, едем, едем в соседнее село. Опа. Это, по-моему, тоже прилетит авторские права на эту музыку. Это же Брамс, венгерский танец. А, я могу управлять машиной. Это же венгерский танец Брамса. А, все, нам жопа. Так, это Брамс, венгерский танец номер 5. Если кому интересно, что это за музыка, поэтому я во время нее буду говорить, что мне прилетели авторские права, как в прошлый раз. Та-ра-д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 а-
едем. Прямо в дискотеку у нас. Машина уже, по-моему, жопа ей. Все, едем прямо. Ой, дирижабль опять появился. Оп. Так. Ушли влево, ушли вправо. Запутываем как можем. А вот и не поймай. Опа, поймали нахер. Блин, не повезло. Так, давайте сейчас вообще попробуем не попадать. А опять сейчас будет играть Брамс венгерский танец. Ну ладно. Тарам-там-там-там. Тара-дара-дара-дам. Так, поехали, уворачиваемся. А, мы с дирижабля прямо начали. Нет, не попадаем в нас. Мы живучие. У нас фартовый номер 1261Г7. Опа, тут мины, короче. И тут мины, короче. Влево-вправо уходим. И еще раз уходим. Влево. Вправо. Еще в деревья можно впилиться, что ли? Вправо. Влево. Так, ну хватит, может, уже стрелять-то. Под венгерского... Под венгерского танца-то очень классно от пуль уходить вообще прям. Бум. Сейчас что-то будет жопа какая-то. Фредди, нет! Нет, Фредди! Уходи! Ты же не умер, правда? Правда? Подорвали нас, короче. А, это еще и врач.
Эмиль, давай аптечку скорее. Аптечку, пошли за аптечкой. Забираемся. Так. Так, пулеметчик нас не видит, хорошо. А-а-а! Увидел. А, он с другой стороны. Хорошо, блин. Вон же он сидит. Прячемся, прячемся, прячемся. Так, ты нас не увидел. Все. Залезаем, залезаем, залезаем. Как тебя пере... Нет, 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 нет. Собака что-нибудь сделать может? Как мне пролезть-то? Что-то я не понимаю. Немножко. А! Надо, короче, чтобы он меня увидел. Надо, наверное, чтобы он меня увидел, начал стрелять и разбил эту баррикаду, правильно? Да блин! А что мне сделать-то? Я не понимаю что-то. Вообще. Вообще не понимаю. Ну, стреляй давай уже. Ну-ка. Еще раз. Ты что это разбить-то не можешь? Давай еще раз стреляй. Да ты ж попадаешь в нее. Какого хер-то? Ну, блин. Я не понимаю. Что надо сделать? Давайте попробуем, может... До сюда долетает все. Ой, я не понимаю. Да, спасибо. Большое. Что? А-а-а! Ё-моё. Ладно. Ну что? Кто ты? Окей, давай, спрячься, пожалуйста. Давай ты не будешь за мной наблюдать. А, собачка. Отлично, иди сюда. Красава. Красава. Умничка. Умничка просто. Так. Давай, прячься. А я тем временем вот это вот разрушу. Бум. Отлично. А, не-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 не. Все, нас не видно. Не видно нас. Бегом, 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 бегом. Все, мы прошли. Хорошо. Так, до аптечки еще. Разбивай давай, разбивай быстрее. Пошли, 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 пошли. Так, здесь что? Это для чего мне показывают? Что они там делают? Ага. Надо прятаться, короче. Супер. Ой-о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 й. Побежали. Так. Теперь что будет? А-а-а! Вы меня не увидели? Спасибо большое. Спасибо большое. Теперь что будет? Иди сюда. Так. Опять бежите. Давайте, 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 давайте. Так. Так. А что мне нужно собаке сделать? Это не разобьется, я правильно понимаю? Не разобьется. Что-то надо собачке взять. А что ей надо взять? Я что-то не понимаю немножко. Опять. Ну, собственно, это уже не удивительно. Так, побежали, побежали. Так, ну и что? Ну иди сюда. Что тебе нужно взять? А, наверное, мне ее надо вот так вот провести.
и сюда спрятал. А, вон там кусачки лежат. Все, отлично. Бери. Теперь обратно пошли. Так. Что мне там вопросительный знак? Что мне там вопросительный знак хочет показать? А... Спасибо большое за подсказку. Но я, по-моему, пока еще не настолько тупой, чтобы мне пригодились бы подсказки. Но приятно осознавать, что игра понимает, что тут может быть тупые игроки, и подсказывает. Выходи. Давай мне кусачки. Давай мне кусачки. Отлично. Так, сейчас они прибегут, потом убегут обратно. И мы пойдем, короче, за... резать проволоку. Убегайте, давайте. Пацанчики. Так. Мне кусачки нужны, кусачки. А, вот. Отлично, спускаемся. Все шикарно. Ой, опять. Я не помню, прилетал на это авторское право или нет. Факты. Опять факты. Опять пошли факты. Хорошо. Чтоб меня восклицательные знаки эти не отвлекали. Ой-о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 й. Так, спрячься. Спасибо. Спасибо. Еще раз спрячься. Отлично. Нет, не Все, так. Ух, так, теперь надо что-то с этим сделать. Иди-ка к нему. Что за? Хороший мальчик, так. Хороший, хороший, хороший. Так, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, нет! Да блин! А что, как? Как мне это... сделать-то надо, я не понимаю немножко. Еще раз опять не понимаю, я пом... А, нет, там никого, ты меня не видишь, я спрятался. Да, Хаэй, это хороший очень мальчик, и пока мы будем хорошим мальчиком, вот так вот. Молодец, красавчик. Так, пошли сюда. Что у нас здесь теперь? Раненый лежит. Поехали. Повезли. Ага. Так. Опять собака идет. Что здесь такое? Динамит. Иди сюда. Сейчас они вместе придут. И надо будет, наверное, взорвать. Нет, не надо будет взрывать. Посмотрим, что у нас там в другом конце. А, вот динамит. Хорошо. О, нужен взрыватель. Взрыватель нужен. А где мне найти взрыватель? А взрыватель где-то я, по-моему, видел. Если я не ошибаюсь. Вот он. Отлично. Надо подсоединить взрыватель, а потом подсоединить динамит к тому залому, который вот справа. Подсоедини взрыватель! Так, хорошо. Теперь, сейчас подождем, пока эта толстая морда скроется. И присоединим динамит к обломкам. Вот к этим вот. Нет, ты меня не видишь, и меня тут нету. Раз, и нужен второй, соответственно. Пошли за вторым, хорошо. Не видишь меня, не видишь, не видишь, не видишь, не видишь, не видишь, не видишь, не видишь! Все, отлично. Так, а, песик, сюда-ка. Там где-то должен быть динамит. На противоположном конце. А, он слева или справа? Давайте направо, направо. Ой, направо ничего нету. Тогда налево. И налево где-то должен быть динамит. Пес, ты будешь идти за мной, нет? Нет, подсказка мне не нужна пока. А, видимо, песик за мной не идет или идет? Я не понимаю.
Давай вот сюда сейчас выгляну. Не идет он за мной, хорошо. А где динамит? Ну нету динамита, что я тебе сделаю? Так. Окей, иди ко мне. Где может быть динамит? Давайте поищем вместе. Почему я ничего не могу сделать с собакой, когда там, ну, не зря ж тут эти дырки-то стоят? Эй, ну эй, да, динамит ищи. Ладно. Зачем мне пса туда отправлять, скажите, пожалуйста? Может, потому чтобы взрыв его не задел, да, наверное? Второй динамит, наверное, не нужен. Может, подорвать уже? Нет, он не берет этот динамит. Ну нет, вон там обрывки проводов. Где динамит-то еще? Ну... Где динамит? Где подсказка? Все. 3, 2, 1, 0. Давай. Да. Это где? Это где? Что-то. Это... Это где? Что-то я не понял. Уйди, пожалуйста. Здесь ничего. А где? Что-то я совсем тупой или как? Нус. Что-то я не понимаю. А это мы где вообще? А... Бля. Да. Так, что-то нашли. Ну, может, разобьешь это. А вот и динамит. Все, я понял, короче, песик. Иди сюда. Пошли со мной. Возьми динамит. Пошли обратно. Иди сюда. Молодец. Хороший мальчик. Очень хороший мальчик. А я вот не хороший мальчик, потому что я тупой. Так, спрячься, пожалуйста. Спрячься, пожалуйста. Молодец. Так, подключаем динамит. Так. Спрячься, спрячься, спрячься. Подрываем. Шикардос. Все, заходим сюда. Мы аптечку сегодня уже вообще найдем? Что это за... Аптечка, до которой добираться надо полчаса. Что это такое делает? Так, и что она делает?
не для чего мне это... А, чтобы, наверное, спрятаться за тележкой, пока она катится. Хорошо. Так. Песик. Что теперь от меня надо? Что теперь от меня хочет игра? Ай. Да, действительно, ай. Иди сюда. Окей, не иди сюда. Так, хорошо. Угу. Ну, ее надо, наверное, как-то разломать, опять же. Только как? Может, там было что-нибудь? Ну, этот меня сейчас запалит, если я сюда пойду. Это факт. Это точно. Ну, давайте проверим, правда ли? Да, правда. Конечно. Кто бы сомневался. Так, ладно. Давайте посмотримся здесь. Может, где-нибудь что-нибудь есть, чем взорвать ту штуку. Ну, вроде ничего рядом не лежит. А, то есть для того офицера, то, что тележка сама с собой поехала назад, а потом вперед, это нормально все считается, да? Логично, хорошо. Так, ну, песик. Вот песик. Вот что? Здесь я тоже ничего ему не могу приказать, правильно забрать? Ну и вот как. Нет доступных подсказок. Прикольно. Вы серьезно, да. Я забыл, что тут можно копать землю, короче. Потом внезапно увидел какую-то рыхлую землицу и решил попробовать нажать на квадратик, а она сработала внезапно. Так. Там ключи висят от двери, мне надо обезвредить охранников, хорошо. Собачка, ты где? Ну, собачка сюда не пройдет. Нет. Ты меня потерял, ты меня не видишь. Отвернись, пожалуйста. А, вот так вот, значит, даже работает. Хорошо. Нет, не сюда. Что это? Ага. Песик, как тебе сюда пройти? А, надо бочку подтянуть. И что нам это даст? А, наверное, мы сможем залезть и покопать? Нет, покопать мы не сможем. А что мы сможем? Интересно. Вот здесь вот мы сможем покопать. Хорошо. Еще бутылку можно взять? Нет, нельзя. Хорошо. Ай. Ну и ладно. Так. Пошли обратно. Отворачивайся.
Так, здесь что надо сделать? Что надо сделать-то? Так. Ну, здесь, я так понимаю, дырка для собаки. Обосраться, подсказка, спасибо большое. О! Здравствуй. Опа. Так, надо кинуть бутылку, чтобы он отвернулся, правильно? Правильно. Умс. Ать, нет. Окей. Не попал. Не попал. Так, у меня все еще есть бутылка, хорошо. Люблю я такие сохранения. Давайте чуть подальше кинем. Бумс. Все. Опа. Хорошо. Так, не надо выходить, не надо выходить пока. Ого. Так, нашли. Там что-нибудь... О, еще что-то лежит. Хорошо. Так, вставляем. Песик, садись в корзинку. Тянем рычаг. Отлично, пошли обратно. Ну, на собаку похер, и все. Откуда она здесь взялась, уже не так важно, действительно, правда? Так, собачка. Шикарно, шикарно, шикарно. Ты куда ты попал, злато? Ну, возьми, что ли, монетки тогда. Хорошо, возьми ключики. Иди обратно. Молодец, умничка просто. Он ее по попе погладил, что ли, а не по пузу? Ну, ладно. Открываем, открываем, заходим. Здесь ничего. Здесь можно сломать. Здесь, собственно, можно открыть. Короче, я так понимаю, это будет еще долго. Тогда на сегодня мы закончим на том, что пробрались в медпункт. В следующий раз будем искать аптечку, спасать нашего Фредди. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, вступайте в Дискорд-сервер, подписывайтесь на Twitch. И всем до следующей встречи на Story Games.